Здравствуйте! Если вы хотите, чтобы шел дождь, почаще мойте свой автомобиль. Сегодня я расскажу вам про сигнатурный радар-детектор Xiaomi. У этой марки вышла обновленная, так скажем, версия радар-детектора. Это именно сигнатурный радар-детектор Xiaomi Signature Smart. А в конце видео вы сможете выиграть не менее полезный сигнатур уже не Smart, а Light, но такой же сигнатурный радар-детектор. Система готова. Счастливого пути! На моем канале уже есть обзор радар-детектора от марки Xiaomi, и, честно сказать, эта марка для меня является одной из лучших вообще компаний в мире именно автомобильной техники. Я к ним привыкла, они простые в использовании, они очень легко обновляются, все в них написано очень доступным языком, все это меню, все то, что обычно пугает любого среднестатистического человека, кто стоит перед выбором, какой же радар или какой же видеорегистратор ему выбрать, здесь с этим проблем абсолютно никаких нет, и этим, в принципе, меня как бы и подцепила марка именно Xiaomi. В комплектации у нас руководство по эксплуатации, фирменный коврик Xiaomi, сам радар-детектор. Помимо коврика есть еще специальный держатель присоски к лобовому стеклу, зарядка для радар-детектора и шнур для подключения радар-детектора к компьютеру и обновлению базы данных. Огромным плюсом новых версий радар-детекторов, а именно сигнатурных радар-детекторов, является то, что они не срабатывают ложно. Они не ловят те самые ложные сигналы, которые ловят большинство обычных радар-детекторов. Когда вы проезжаете мимо заправки, эти автоматические двери, либо просто на какой-то прямой дороге он вдруг ни с того ни с сего начинает показывать диапазон кей, рации дальнобойщиков и не только. Ты едешь за каким-либо автомобилем, и радар беспрерывно подает тебе сигнал. Но ты понимаешь, что этот сигнал идет от впереди идущего автомобиля, тебе приходится перестраиваться, либо обгонять, либо как-то от него наоборот отставать, для того, чтобы просто радар-детектор, так скажем, угомонился. С сигнатурными радар-детекторами такого не может быть, потому что как раз-таки они эти ложные сигналы вам не посылают. Довольно миниатюрный, довольно компактный, его очень легко взять с собой, если вы вдруг боитесь его оставить где-то на парковке, вы просто снимаете его, снимается он очень легко. Никаких кнопок, никаких застежек, вы просто берете, тянете его на себя. И Smart, чем в принципе отличается от Light, который будет разыгрываться в конце этого видео, тем, что Smart вам рассказывает, какой конкретно радар работает на данном участке дороги. То есть, если это бинар, он вам говорит, что это бинар. Если это стрелка, он вам говорит, что это стрелка. Искра. Light такой функции не имеет. Light просто вам показывает, что он поймал сигнал. Он также ловит сигналы, он также не врет, но при этом при всем он просто скрывает информацию о том, какой же в данном случае у вас идет сигнал. Начало контроля средней скорости. Окончание контроля средней скорости. Ставится радар Xiaomi очень просто. В комплекте вы найдете либо вот такой коврик фирменный. И, кстати сказать, эти коврики у них одни из самых лучших, которые я пробовала. Эти коврики действительно хорошо очень приклеивают, даже независимо от того, будет на нем радар-детектор, либо очень тяжелая камера, а снимать я люблю, и в машине в том числе. Либо вы будете использовать вот такую вот липучку, присоску на лобовое стекло. Плюсом ее является еще и то, что она может корректироваться, она может меняться в зависимости от того, какое у вас стекло и какой угол вам нужен. Пока на ней вы не закрепили еще радар-детектор, вы можете ее скорректировать, сделать угол меньше, либо сделать его больше. И закрепляем держателем вниз. Если вам удобнее пользоваться ковриком, наклеиваем коврик на чистую поверхность. В комплекте у радар-детектора есть кабель для подключения питания. К сожалению, здесь в комплекте лежит самый обычный. Но у марки Xiaomi есть другие кабели для подключения питания, которые здесь имеют еще одну розетку для того, чтобы заряжать телефон либо любое другое устройство. Так что присмотритесь, это действительно очень удобно.
Включается и выключается устройство с кнопки ПОИ. Система готова. Счастливого пути. Спутники найдены. Сделать экран более или менее ярким вам поможет кнопка DIM. Темный. Авто. Яркий. Приглушенный. Для того, чтобы изменить громкость, мы нажимаем и держим кнопку DIM. Для того, чтобы увеличить громкость, мы нажимаем и держим кнопку City. Кнопка City дает вам возможность выбрать режим работы устройства, трасса, смарт, либо сигнатурный. Режим трасса обеспечивает предупреждение обо всех радарных сигналах контроля скорости и имеет относительно более высокий уровень ложных предупреждений по сравнению с другими режимами. Режим смарт имеет минимальный уровень ложных предупреждений. Режим сигнатурный. В процессе работы осуществляется детектирование только сигнатур принимаемых сигналов, что позволяет практически исключить формирование ложных предупреждений. Мне довелось покататься с Xiaomi Signature Smart не только в нашем небольшом электростале, но и по Москве, и по трассе. И я могу сказать, что, наверное, одним из самых часто задаваемых вопросов является то, ловит ли он сигналы от камер, которые бьют сзади. И да, когда мой радар сказал мне: видеоконтроль, камера в спину, контроль обочины, я поняла, что он реально крутой. Фиксированная камера. Ограничение скорости 60 километров в час. Можете максимально подстроить устройство под себя, изменяя параметры максимальной скорости в режиме трасса, в режиме смарт или в режиме сигнатурный. Также установить превышение скоростного лимита в любой из диапазонов. Диапазон КА отключен. Поток включен. Камера в светофоре. Включено. Железная дорога. Включено. Настройки дистанции оповещения. Приоритет оповещений. GPS. Включен. Голос. Включен. Автоприглушение включено. Часовой пояс. Проверка напряжения батареи. Максимальная скорость. База данных обновляется очень легко, вам просто нужно зайти на сайт Xiaomi. Если вы захотите, сайт Xiaomi сам пришлет вам уведомление, когда вышла та или иная новая версия баз данных. Таким образом, вы вовремя сможете зайти и обновить ее при желании. Вам просто нужно взять радар с собой, подключить его к компьютеру, обновить, у вас все происходит автоматически, вы просто выбираете на сайте модель своего радар-детектора. Ну а теперь самое приятное – это конкурс. Хотите выиграть классный автомобильный радар-детектор Xiaomi Signature Lite? Для этого вам нужно будет сфотографироваться в своем автомобиле и выложить историю, какую-нибудь интересную, смешную. Я, в свою очередь, прочитаю все эти истории, выберу самую лучшую и, конечно, подарю вам этот супер-супер-супер-супер-пуперский радар-детектор от марки Xiaomi. Для того, чтобы выиграть Xiaomi Signature Lite, вам еще понадобится сделать репост этого видео в любой своей социальной сети, конечно же, подписаться на мой канал вот сюда. Все условия конкурса я продублирую внизу под этим видео в инфобоксе. Обязательно заходите, читайте, и также там будет указана информация о том, когда же этот конкурс подойдет к концу, и информация о победителе появится здесь же на моем канале, так что обязательно не пропустите. На этом все, я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте мне пальчик вверх. Если у вас есть какие-то запросы на автомобильную тему, я буду очень рада их услышать и прочитать. Конечно же, пишите мне внизу под этим видео свои запросы, комментарии. Всем хорошего дня, шикарного настроения, выигрывайте в конкурсе, а с вами увидимся уже в следующих видео. Пока-пока! Forgave my enemies, 'cause it's not like before. I know the risk you're taking, you're taking.